В Беларуси завершилась подача заявок на работу в избиркомах. Речь идет об областных, районах и городских отделениях. Участковые комиссии создадут на следующей неделе. Всего их планируется организовать 153. Проект изменений и дополнений Конституции, напомним, опубликован на сайте Национального правового портала. С февраля вырастет размер детских пособий. На первого ребенка сумма составит 539 рублей 56 копеек. На второго и последующих 616,64. На ребенка-инвалида 693,72. С начала года увеличилась и минимальная зарплата. Теперь она 457 рублей. Повысилась и базовая ставка для оплаты труда бюджетников. Товары Могилевской области в 2021 поставлялись на рынке более 100 государств. Оборот внешней торговли – 3 миллиона 700 тысяч долларов. Основной партнер – Россия. Это 57% всего объема. В списке также Украина, Польша, Германия, Китай, Литва, Америка и Латвия. На пожаре в Бобруйске погибла пенсионерка. От ЧП на бульваре Прибрезинском около 2 часов ночи сообщили соседи. Спасатели проникли в квартиру и ликвидировали возгорание. В одной из комнат в бессознательном состоянии обнаружили женщину. Ее вынесли на лестничную клетку и передали медикам. Те констатировали смерть. Причина пожара выясняется. В Бобруйске выберут мисс и мистера школа 2022. Кастинг на конкурс пройдет во Дворце искусств 29 января. Время 11 часов. Ждут учащихся 7-11 классов. Главный критерий – творческие способности. Связаться с организаторами можно по телефонам на экране.